Привет, дорогие подписчики и зрители канала, с вами снова Шустрила, Джек Шепард и я, Артур. Поздоровайтесь, ребятки. Всем привет. Привет, привет всем. Свершилось, Шустрила нашел нам машину. Где ты ее нашел? Я нашел ее в старом соборе. Дело в том, что писал гайд для новичков в прошлый раз, и когда зашел, передо мной стоял парень со снайперской винтовкой и с оффроудом, и я был вынужден сделать угон. Я был вынужден. Но машина у нас двухместная, как видите, мы такую уже находили. Но, по крайней мере, вдвоем покатаемся, а шустрил подходит зомби. Теперь что мы делаем? Джек? Я Чейзет в эту машину положил. Так, классно. Артур, давай вместе. Я трудовика, ты офисного работника. Я Ленфилд, я стреляю, сбегается весь Зеленогорск и все дрожжено. Помоги мне тогда. Джек, бери трудовика, хорошо? Заношу ближнего. Давай, раз, два. Команды три не было. Убил. Но он на два стреляет, он такой. У меня просто, по-моему, я так понял, у меня звуки... Сядь это за руль кто-нибудь, говорите мне, сколько бензина вам еще надо в машину, чтобы я знал, я пока вас заправляю. Блин, я не водил здесь ни разу. Ни разу? Но ты вообще... Ну, то есть я водил в этом. Ой, я есть план у нас сейчас такой, я загружаю вас полностью. Артур нас, походу, везет. Хорошо. Движок загружаю убитый. Вас полностью бензином, вы должны будете проехать в долину. Ой, не долину, а этот, скажи мне, пожалуйста, поляна. Поляна рядом с поляной Factory. Угу. На Factory вы должны найти Engine Parts, а по дороге знаем на поляну... Знаем Factory. Да-да, вы там покушение было. Угу. А затем нужно вам что, ребят? А, вам нужно там по дороге еще искать машины, смотреть по сторонам. Кто пассажир, пусть палит во все шесть глаз. Поляну. Вот вроде бы и все. И имейте в виду, что вы можете вполне себе разбиться от ближайшего прикосновения, да? Поэтому особо торопитесь. Машина движок хорошая. У нас убитый. Машинка-то хорошая. Бензо у нас полный, все. Вот теперь уже точно вот полный. Я сейчас последний этот наполню, вам сумму покажу. Если смотрю, то мы смотрим. Так, мы поедем, если по этой дороге, мы доедем до Козловки. Ты у нас штурманом будешь. Повернуть на более-менее... Ну, от Козловки-то я уже знаю, куда поворачивать. Налево. До Надеждина, от Надеждина мы... Блин, а так, все, я забрал Чейзет, положил там калаш. Поедем, да. С момента последней записи прошла ровно неделя, поэтому за это время люди вон там успевали поиграть, то есть Шустрил у нас гайды снимал, калаш себе добыл, Джек Шепард ничего не нажил. Да. Я вообще первый раз запускаю с момента записи. Так, ну и мы двинули. Короче, мы едем сейчас назад и потом налево. Счастливого пути. Назад? Да. Она по оффроуду хорошо идет? Хорошо. Все 45. Отлично, это вообще круто. Сейчас выезжаешь по прямой, заворачиваешь полностью налево, мы едем назад и ближайшей этой грязевой дороге, короче, налево. Так, а ты, Шустрил, что делаешь-то? А я, не знаю, пойду поохочусь. Блин, сегодня у нас без Шустрила, да? Ну, я как бы с вами, но как бы нет. Найдете машину, если по дороге, скажите мне координаты. Да, ну, обязательно, конечно, но... Так, мы сейчас разворачиваемся, да? Да-да-да. Едем по прямой, и при первой же развилке, как бы, прям на дрожжину, налево поворачиваем, на дорогу, который идет прямо. Хорошо. Пока, Шустрила! Пока! Ой, ребят, слева направо! Сейчас первая машинка, и мы не едем. Хорошо идет. Надо быть осторожным, тут, по-моему, есть затор. Так, ты сейчас налево или прямо? Налево надо бы, да. Вот тут, прямо на зеленую гору? Ну да. И вот так вот везде дорожки надо прибыть. Это еще, ребята, два раза альтер нажал, да? Ага. Чтобы головой вертеть, и можешь просто мышкой машины. Да-да-да. Все хорошо. Я буду немножко тактику строить. Ладно, ладно. Так. Здесь этот заторчик. Да, здесь вообще капец какой-то. Блин, меня единственное не радует, что эта машина, она сейчас вот натурально от любого пука, да, взлетит на воздух, как... и мы вместе с ней. Поэтому нужно быть осторожным. Кстати, если вы врежетесь, и вы не будете уверены, если машина отвечает на команды, сидите, если она перестает отвечать на команды, она через 15 секунд заберется. Отлично. Поэтому, если что, Артур, кричи во всю глотку. Fire the hole! Да, выходим! Пип-пип! Ты на зеленой горе же был, да, Шустрил? Так, ну на машине, я думаю, до поляны мы быстро доберемся. Блин, а почему на ней нельзя втроем ездить? Вот тоже не понимаю, вроде багажник есть. Я думаю, мы с тобой через купол свежим.
Так, сейчас, секунду, Джек Шеппер, смотри по сторонам. Я маленько звук двигателя убавлю. Cannot fire. У меня вообще почему-то музыки, звука в игре нет. Бывает. Или он мега тихий, не знаю. Это патч, как всегда. Может быть, кстати. Да, я уж эти патчи. Так, ну, не знаю, в принципе. На нормальную дорогу поедем по ней немножко, потом направо. Ты вообще, Джек Шеппер, на машине не катался, что ли, в этой игре ни разу? Я катался только, ну, в самой армии, в общем, в обучении. Ну, я достаточно много наездил, поэтому все-таки так, мне направо сейчас, да? Направо, да. Поэтому все-таки лучше я поеду. Единственное, но то, что тут бывает препятствие прямо перед, из воздуха, прямо перед носом появляется. Направо. Направо? Угу. А еще бывают люди, которые хотят машину. Ну, это стандартно, да. Курицу не задави, курицу не задави. Помните, что на знаке милиционеров не останавливайтесь, так как тачка в гоне. У нас в машине труп. Слева это что, а это корова? Сейчас мы прямо до Пулково доедем и поворачиваем на косом повороте налево. Ну, можешь сейчас уже заворачивать. Да, потому что там слишком много всякого. Так, еще одна курочка. Не дави ее, не надо. Да, блин, я боюсь, что от курочки у меня машина взорвется сейчас. Может быть, такое тоже, я думаю. Это арма, сынок. Арма везде. Не, ну меня радует ее, конечно, проходимость. Она очень скоростная, вообще красавица. И при этом, блин, ой, я не знаю. Единственное, но что для двоих. В принципе, все. Да. Но я хочу Range Rover, конечно. Все хотим. В принципе, здесь, блин, есть дорожка направо, она там к дорогишке придет, но там где-то метров 100 придется по дисплосе, короче, я не уверен. Так, ты мне просто говори, куда ехать, ты у нас штурман. Вот эта вот дорожка, ты говорил про нее, да? Да, вот я про нее говорю, но, блин, я не уверен, что стоит по ней ехать. Поехали по главной дороге, дорогу сейчас доедем, поднимем. Окей, потом окей, направо. Штурман. Ну, как в этом... Это очень, очень удобно. Заправка. Когда один ведет, а второй... Вам там 200 литров по полетраж, вам хватит доехать, и у вас еще две в запасе. Угу. А рядом с поляной есть заправка, там где горка находится, там между ним. Хорошо. Едем, блин. Жалко то, что лагово едем. Ну, для тебя, да. Ну да, для меня тоже. Потому что у нас машина только не сидит. У тебя, в смысле, он постоянно то в стены въезжает, то еще сюда? Да, правее, правее сейчас бери. Через, то есть прям на через... дорогу нам направо, да, нам. А, вот туда? Дорога. Город сам не нужен. А интересно, если у нас сейчас один раз дробью запулить, мы... Нет. От пуль это хул спасает. А, понятно, это корпус, да? Ну все, сейчас пока по слабтерам бабушки едем. Хорошо. Ой, ты прям в деревья едешь. Так, направо или на... По прямой, по прямой. Ладно. Ой, здесь сейчас будет вот этот... Зигзагчик такой вообще. 90, пацаны, 90! What are you doing? Клип видели этот старый? Я там на Запорожце летят пацаны такие. А потом переворачиваются? Ага. Да это не смешно, такие. Так, мы, кстати, с тобой, знаешь, по этой дороге туда приедем? Куда? С тобой. Ну и нафига ты сюда привел? Я там проезжал, вроде бы спокойно. Так, нам нужно в этот, в поляну, да? В принципе, можно объехать Старый Собор. Я не знаю, ты штурман, я надеюсь, что ты благоразумен, ты нас никогда не подводил, так что я думаю, все у нас хорошо будет. Ну, как никогда не подводил? Это можно я загнул, вообще, конечно. Можно вообще сейчас прогнать до нового собора. Направо или прямо? Есть такие простые дорожки. По прямой, есть ли у нас дорожка по прямой? Если вот таким курсом сейчас дальше ехать. И чуть левее. Ну, сейчас мы мимо соборов обоих проедем и прибываем уже куда-то к поляне. Сейчас к старому подъедем направо. А может, мы просто по полю срежем? Я тебе говорил, что можно ли по правее тут по полю поехать. А, ну без проблем. Давай едем вот так, все отлично. Вот если прямо сейчас и чуть-чуть еще правее возьми, мы прямо на дорожку выйдем. По которой аккуратно нет. Вот сейчас вот. Вот так. Ты так, все-таки по этой дорожке сейчас, хочешь, чтобы я ехал? Едь прямо пока что. Подожди, где-то тут же меня убили недавно. Не знаю, едь прям, не задавай вопрос. Вот сюда вот можно перейти. К лэпу, да? Да. И на горку. Да, мы сейчас на горку поднимемся, и там будет дорожка перед нами, скажем.
деревьев. Прям вообще сказочно все. Да. Да пока шикарно, только... Дорожное путешествие. Ну, давно пора такой серии было сделать. С двигателем было бы поумереннее, конечно. Вот, и нам вот надо дорожку, которая в лес уходит. Направо или налево? По прямой, как бы. Да, они... Тут натурально развилка. Да-да-да. И что, да-да-да, налево или направо? Ну, вот налево тогда сейчас. Ну вот. По просто прямой. Для меня она прям была. Вот, вот тут дорожка была, блин. Нет, я в армии достаточно много наездил, так что особо не волнуюсь. Сейчас не перехвали себя, главное. Я не хочу в ногу заезжать, поэтому мы с тобой поедем объездными дорогами, доедем до Гугла. Окей. Джек-Шепард сегодня не опасный. Бывает и такое. Опасный, да. У тебя сколько там убийств-то, кстати, на этом? 26 всего. 6? 26. Я же умер. Нет, людей. А, людей ноль. Был. Не хочешь поводить? Ну. Бывает. Сейчас при... На развилку выйдем направо, и потом сразу уже налево будет заворот. Ладно, тут у нас лесопилка. Джек боится разбить машину. Ну? Потом в комментариях. Я просто буду убить. Направо, да? Направо. Или налево? Право? Направо, направо, направо. Тут сейчас будет спуск налево. Блин, вот с ее доворотами, то есть поворачиваешь направо, и потом ее еще несет где-то, наверное, метра два в эту сторону. Налево-налево нам надо было там зайти по дорожке. Сейчас развернемся, не очкуй ему. Ты вниз сейчас, а вот едь, короче, вот на дорогу вправо от нас, видишь? А давай на нее. Сюда? Да-да-да. Окей. Я потом карту открываю, то на тебя смотрю. Сегодня у нас оффроуд триал. Шустрил, что ты там делаешь-то? Ты знаешь, я пока бегаю по селам, думаю, надеюсь найти еще машину. Да. Я чувствую, что сегодня я выдаю. Джек Шепард слева от нас, что за пыль? Это не от нас, по-моему, кто-то рядом проехал, может? Вряд ли. Смотри сзади. Нет никого. Если на квадрике. Что ты говоришь там? Ты говорю, пока лутаешь? Да, чувствую себя сегодня удачливым, поэтому пошел искать еще машину. А, ну давай. Сможешь? Найди Урал. Нет, в горку не поедем, нафиг. Поедем. Так и будет. В Урал, кстати, столько народа помещается. Следующий поворот налево. Хорошо. Потом еще один налево. Сколько в Урал помещается? Ой, я не помню, человек 12, по-моему. Пол сервера можно возить. Да, вот это место я помню, тут меня убивали один раз, когда я бежал за лутом в Новый Собор. Кстати, кто-то рядом с Маляной, этот перефакт, и мы сидим на дороге, написали, что здесь есть мотоцикл. Я знаю, что около этой поляны стройка, ну, стройка, ну, фэктори, там без утра. Still Station кто-то стоит. Там охон, господин Блэк. Ничего, переживут, я думаю. Да. Сейчас будет осыпать. У меня вообще все хорошо, у меня все разъехались по гостям, еще, наверное, недели не будет. Только прям по телефону. Свободу получил. Сейчас направо ты будешь раскидывать. Право, 20. Да-да-да-да, водители рали. Да я и говорю, как в этом. Hard left, middle right, 20. Как видел этот, русский раллийная команда. Там не middle right, там. Туда, бля! Только мат, бля. Профессиональный язык русской графики. Так, мы едем через Козловку этот. А нет, это разрушенная церковь, да. Тут ничего никогда не упадает почему-то. Так, дамы и господа, справа от вас можете заметить достопримечательность деревушки, и это разрушенная церковь. Здесь, в 1639 году. Наполеон проходил со своим войском перед тем, как покинул Крым. С тех пор всех наламывало достроить, да? Мы подумали, что капитальный ремонт это направо сейчас надо быть. Направо, то есть на проселочную? Направо, да. Так, и сейчас покинул. Вообще, конечно, офигенная локация, вот эта вот сожженная церковь. Да. Куда бы еще чего-нибудь. Там Мегана убили. Чё? Так и надо. Причем так неправильно написано вот он Мегана. Ну где он там? Мы тут в заносе катаемся, так клево. В каком заносе? У меня все спокойно. У меня тут дрифтовали тогда. Да я понял. Так, сейчас мы выйдем на главную дорогу, пойдем прямо, потом налево, потом по клиенту. Ну я так понимаю, до поляны уже порядка. До поляны уже, да, буквально, не знаю,
минут 15 пути. А вы заправку? Какой минут 15? 15? Я за 15 карт поеду. Вот именно. Минуты через 3 там было. Нет, здесь просто дороги, знаешь, такие, блядь. С интересным поворотом, где ты будешь скорость. Опять ты ругаешься. Че я сказал, дорога будет. Где я? Че я? Вообще я на ладно ничего. Ты уже прочувствовал всю роль русского ролиста на себе. Да. Такие дороги. Так, сейчас заезжаем туда. Я не думаю, что прям к фэктори подъезжаем. Оставляем где-то в лесочке машину. Одного оставляем пасти ее. И... тихо. Машина! Машина, видишь, Шаха? Джек Шепард. Красная. Я вижу, вижу, она едет как безумно. Погоню! Так, ребята, это надо брать. Нафига нам погонятся за ним? Ну, блин, мы их сейчас убьем, мы возьмем Шаху, ты че? Там сейчас налево надо будет поворачивать. Да, и он туда же поворачивает. Нет, не поворачивает. Нам вообще налево, но что-то... Ладно, отпускаем его нахуй. Да, давай налево. Скажите, куда он поехал, я его перехвачу, в какую сторону? А он поехал в сторону старого. Отлично! Я вообще рядышком. Давай. Давай, принимай его. Прям старый заехал. Так, сейчас нам налево. Просто 50 на 50, кто кого, потому что... Блин. Поехал в старый, оттуда мы в пусту, я думаю. Может, армейский лук, например, автомат это. Я не уверен, мне кажется, там какой-то один вообще мужик ехал. Сейчас мы шаг подъедем. Мне кажется, он со старого взял эту машину. Может быть, кстати, да. Чисто сел и сразу втопил. Если он ехал со стороны поляны, то в поляне тоже красная шестерка. Ты, Джек Шепард, так поздно заметил эту машину. Так, мы сейчас куда едем? А мы едем сейчас по дороге, да, все правильно. А, все, можно понял. Певец, можешь проехать? Ну ладно. Вы сейчас где находитесь, чтобы я знал, где вы его видели? Мы сейчас, по-моему, на поляне находимся. Мы находимся у Шаховки. А, у Шаховки? Между Гугловым и Старым. Я начал делать засаду. Давай. Давай, объезжай сейчас потихоньку и прям на дорогу. Ну, Шаха, она же вообще не как у Щено, четырехместный. Четырехместный. Давай, прояви, прояви, бери. Прояви там дорогу. Я лучше этот маленько поскалолазь, вот, пока машина есть, позволяет. Какая хорошая серия получается. Да, такая про машины, а то народ там спрашивает. Я не смотрю, но нашли ли они машину. Да. Нет. Я больше смотреть не буду. Ну и мы прям в ёлку. А вот, кстати, сейчас реальный, значит, у тебя мы в ёлку выезжали. Радует. Не волновайся. Дальше едем. Блин, не хочется вот по этой мимо метки мотоцикл проезжать. Ну да ладно. Чувствуешь засаду? Да, я чувствую. Прям реально в центре дороги написан мотоцикл. А мы сейчас туда прям едем? Ну, если по прямым поедем, то да, мы можем налево и объехать от места. Че тебе? Конечно, объедем. Я же параноик. Давай, чуть проедешь, сейчас от нас будет дорога, и мы лучше по ней поедем. Так, я отсюда еду, я правильно? Да-да, вдоль нас дорога идет. Хорошо. Наверняка кемпер там лежит какой-нибудь электрозаводский на опушке. Возможно, ну потому что написано реально метка мотоцикл. Знаем мы такие приколы. Я вот сейчас бегу на метку вертолет, например. Ну, она мне просто по дороге старый. ЗКС был, ничего. Так, вот по этой дороге едем, да? Правее сейчас, да, вруливаешь, и вот сейчас будет дорога, которая идет наверх, короче. Понятно, в гору. Yeah. Mm-hmm. Так, получается, начали мы... Сюда зайти можно, здесь могут быть парцы какие-нибудь. Так. Джек Шепард, выйдешь? Давай. Все, я вышел. Давай, лутай. Пока что вроде спокойно, я осматриваюсь. Но место тут тихое. Тут пусто, здесь ничего нет. Так, это от нас пыль полетела туда в лес? Да-да. Так, естественно, сзади. По-моему... А, нет, да, все правильно. Блин, тут вот эти... Мне нравятся мне заборчики. Которые... Давай сейчас пока справа. Все прямой. Мы далеко уехали от той метки, мотоцикл. А она вот сейчас, короче, прямо справа от нас будет дорога, и где-то метр дистан, наверное, вот эта метка. Господи Иисусе, я нашел вертолет разбитый. Ты молодец. Разбитый, да. Или... Начали снимать вот это. Да, я снимаю. Да он снимает, наверное, серию свою? Не, он просто...
Как всегда. Вот вырезал моменты там, да. А, ты об этом напомнил мне? Да. Вертолет, в смысле, упавший, который да, будет. Да. Сейчас Бартон тут найдет, Господи боже, тут кто-то поставил дробовик фиговый. Ну я бы не отказался от него, кстати. Ну да ладно. Тут лежит два дробовика. Ну что поделать теперь? Да, так. Видимо, тут уже все залутали до меня. О, тут медикаменты, я возьму кровь вся. Отлично. Кровь, это хорошо. Тут будет развилка, и на ней нам надо будет направо. Джек Шепард, ты куда меня завел? А мы в какой-то глуши вообще. Я завел в тебя в лес. Вон, можешь прям сразу вниз скатываться. Нет. Блин, а мы сейчас убьемся. Я в тебя верю. Ты водительский скилл. Елочка. Да спокойно. Навар елочка. Так, а вот так едем, да? Да-да-да. А я, по-моему, начинаю узнавать эти места. Ну и потом еще доедем снова до развилки, направо будет понятно. За ней фактори. Хорошо, да, так, блин, я не знаю, я пешком, наверное, быстрее дошел. Что-то как-то долго мы от Зеленогорска. Я же тебе говорил, мы могли просто по прямой прогнать мимо вот знака мотоциклов, мы объехали. Ну, гнать лучше по дороге, если. Мимо соборов-то мы и так промчались почти. Там 90. Нормально. Мне это напомнило очень поучительную историю, хочу ее рассказать, если никто не против. Давай. В общем, как-то раз, ну вот я когда играл со своими друзьями, у нас было много машин, и мы разошлись по конференциям, так как нас было слишком много, и я со своим другом на мотоцикле поехал куда-то на дело. И проезжал мимо села Вышного. И тут мы видим, что какая-то группировка нашла Волгу и УАЗик, и стоят там, что-то пытаются отремонтировать. Мы проезжаем мимо, я говорю, готовься к поясу по кругу. Потом начинают стрелять, я завожу мотоцикл за деревья, мы выходим, готовимся к драке, и тут в чат пишется сообщение. ШУС — это мы, Блинк. И тогда я понял, что то есть мы чуть друзей не порешили, короче, с которыми бывает такое дело затеяли, да, то есть было весело. Поэтому фейс-контроль прежде всего. Да, Джек Шепард, ты такой небритый. И это же тайна синих. Ты за дорогой следи. Сидит тут, стыкает про то, какой... Машина едет, ребята, машина! Это красная шестерка, я прихватил ее! Да-да-да-да-да, давай, гаси. Работай! Это будет очень, это будет сложнейший выстрел. Я понимаю, ты сможешь, ты у нас лучший снайпер. Я не смогу! Попробуй сбоку в него попасть, чтобы лобовуху не задеть. Это невозможно, ребята! Ну, невозможно, ладно тогда. Просто, возможно, он там выйдет, около палаток, или где он вообще? Где ты находишься? Так, ребята. По прямой до шоссе сейчас и потом направо. Да-да-да. Ух, опасное место. И хорошее. Магазин, может? Нет. Я правильно еду, Джек Шепард? Я говорю, до шоссе доедешь, потом направо. Я прострелил ему колесо, у нас драка за машину. Молодец. Давай. Так, вот сейчас направо, да, Джек Шепард? Блин, подожди, я как-то открою мне все. Нет, налево, и там рулит шоссе. А, вон все понятно. Основное. Во-во-во, все, теперь я уже могу без твоих указок. Вот сейчас после этой серии я точно релогну комп вообще, блин, я не знаю, из-за чего такие лаги. Ну, может, у тебя лаги чисто с машиной? Нет, за кадром писали же, нормально все было. Да с машины всегда так. Ну потому что, блин, реально просто падение без жесточайшей. А, понятно, блин. FPS падает. Да-да-да. Все, сейчас по прямой фактори не справа от нас. Ну я думаю, нужно в лес куда-нибудь идти. Потом. А давай как раз, ведь помнишь, как мы тогда справа заходили на фактори? Ну. И вот там справа повернем, справа объедем, и вот где-то с тем, рядом с тем озером, где-то там в лесочке оставим машину. Я сейчас ухожу направо, потому что оно фактори, да. Вот уже. Да. Все, оно уже видно, что будет. И вот здесь можно на горку вообще подняться, оставить. Далеко. На горку не знаю, а вот где-то... Где-то вот тут вот найти. Да, в принципе, вот тут неплохое место. Думаешь? Ага. Давай вот сюда, вот к елочкам, ага.
Все. Вот так вот достаточно неплохо спрятались. Так, Джек Шепард, ты один пойдешь или мне с тобой идти? Блин, эта машина, конечно. Ну, я думаю, я один схожу, у меня куча патронов. Я буду в стелс. Если что, короче, будет там какой-то огонь, я сразу буду орать и едь, забирай меня, как в фильме «Такси», и все. Помню, как правило... В конце был момент. Я не звал смерть и не звал такси. Вот я буду тебя звать. Давай. Все, я пошел. У тебя в инвентаре-то место есть, пошел? А, вот да, кстати, да, что-то. Сейчас я закидаю машину. В машинку нам всякого, да. Ну, хотя я освободился в рюкзаке мальца, но... Ну, сколько? Шустрил, как там у тебя дела? План, угон в действии. У него одни планы. Да. Человек план какой-то у нас. Так, я закину свою фляжку, закину пару патронов. А, думаю, чем мы там... Подожди, ты же шустрил и кинул нам этот АКМ туда, да? Да, там... Джек Шепард. Там М14 с АИМом лежит и АК-74. АК-74. С одним рожком. Там М14 лежит? Да, с АИМом, да? АИМ, да. Две штуки. Патронов-то нет. А, патронов нет, блин. Это же моя любимая винтовка. Ну ладно, я обратно на исходное. Так, скину бинт. И, кстати, место у меня не очень хорошее, с водительской стороны не просматривается. Ох. Так, лучше я... куда-нибудь вот сюда отойду. Шустрил, не молчи, что у тебя происходит. Ребята, блин, я отсюда... Чё-чё-чё? Боевой настрой, я сейчас не могу, у нас дуэль. А, понятно. Всё, понятно. Он живой еще? Я выдвигаюсь. Да, конечно. Я выдвигаюсь, братиш. Давай. Пожелай мне удачи. Good luck to you, my friend. Good luck. Thanks. Don't die on me. I'll try. Okay. I don't wanna die. Сегодня отвлекаешь шустрил, у него там мега эпик идет. Ты, я надеюсь, это записываешь? Нет, конечно. Вот. Я же не говорил, но он говорит, ты чё, я же записывал. Кстати, справа от нас здесь где-то точка какая-то написана, Deer Stand. Блин, ну одна у меня карта нет, если я чувствую неполноценным. А может быть мне тебе сейчас карту дать? Зачем? Не знаю, если кто-то будет подбегать к тебе, то увидишь синюю пику. Парень испугался и бежал в лес, в общем, я не знаю. А, вон вижу его. Давай, Шус. Может, он сейчас хочет залечь и тебя снять. Аккуратней. Джек Шепард, наоборот, тебе есть. Лучше все мало. Друг. Давай, да, ували его. Я хочу увидеть надпись в чате. Пожалуйста. Отлично. А вот молодца. Господи, я люблю эту работу. Так, машина на ходу? Конечно. Подъедешь в нашу сторону? Сначала мы его спалили, главное, указали да. направление, и это тут приняли. Же, представляете, да, какой кооператив, это же просто с ума сойти. Вы спалили его и дали мне инфу, это вообще... Так, да, он поехал. И ты как раз был неподалеку, и ты как раз... Ну, я когда его увидел, вообще такой шок был. Я думаю, блин, у меня за окном, наверное, машина опять едет. И смотрю, вот несется на бешеной скорости. А я в этот момент решил свернуть немножко игру, чтобы проверить, что там у меня с этими... Как же долго я его учил, блин. Разворачиваю, слышу там Артур. Блин, машина красная едет, ребята. Блин, ребята, я ему сбил колесо. Я не смогу отсюда уехать. У тебя там нет колеса? Ну, блин, да, у нас колесо есть. Я его полностью сбил. Ну, если найти. Тогда, ребята, у меня план цитадель. Я окапываюсь вокруг машины. Да-да-да, мы набираем всяких прикольных штук, едем к тебе, чинимся и разъезжаем на двух машинах. Джек Шепард, ты где? Я у озера маленького. Ты пока залегай там. Я осмотрелся, здесь вроде бы и все спокойно. Но мы знаем, как здесь не бывает спокойно. Да. Как здесь бывает спокойно. А потом выстрел. По карте нет никаких указателей. Тут на карте отображаются, да, игроки? Не знаю. Да, я сейчас подальше отошел, мне показывают, что я прям... Ну вот где-то сзади от нас держит стенд какой-то, кто-то метку поставил. Ну, значит, там можно на олени походиться. Ага. Так, машина с той стороны, конечно, со стороны поляны очень хорошо спрятана, но с моей стороны прям светится, как новогодняя елка. Хорошо, что я не пошел с тобой. Блин, мне за нее неспокойно. Это же наше сокровище. Поэтому охраняю ее, как зеницу ока. Ладно. Блин, вот сказать не поверят.
Вы увидели машину, черт знает где. Я смог угадать дорогу, где она будет проезжать, в какой-то... Это невозможно. Это эпик, братиш. Это эпик. Это арма, сынок. Сегодня моя аура в действии на все 110%. Да. И, кстати говоря, кто думает, что мы специально между сериями подготовили вот эту машину, что, мол, долго искали. Нифига подобного. Мы начали записывать, и он нашел эту машину. То есть буквально за 20 минут до начала серии. Вместе с человеком. И вы могли увидеть, кстати, у меня Мурдерс один был, а сейчас 20. Я нож нашел. Мне пришлось убить зомби. Бывает. Так, патрон для Ленфилда. У меня достаточно их. Хантик найф. Все, я взял ножку, мне пришел зомби. Я проверю его алиспак, что там было. Кто-то все стреляет рядом. Это ты? А, прям рядом? Я внутри этого. Нет. Фактори гашу. Ну ты стрелял, да, сейчас? Да. Одиночный выстрел был. Да, один выстрел с винчестера. Да-да-да, именно с винчестера стреляли. Ребята спрашивают, какие у меня наушники. У меня наушники Razer Megalodon. Поэтому я все слышу. Я отвечаю, мажорские. Мажорские, да. Но я их купил за полцены, я бы за полную цену никогда их не купил. Потому что не стоят они таких денег. Но вот именно вот направление засекать, откуда и с какого расстояния они вообще были. Здесь сетки, сетки растянут. Сетки, это плохо. Блин, что делать? Я не помню, где у нас с тобой там второй этаж, чтобы был подъем. Джекшеп, я прям хочу к тебе пойти. Я знаю, братья. Ты с ней готов, что змея, да, ты я стрел, змея, прям кровь хлыщ, но на самом деле нету значка. Блин, здесь растяжечка. Внутри пуст. Почему здесь пуст? Цельный банк. Блин, знаешь, насколько сейчас мне страшно здесь? Не знаю, понимаю. А мне вообще не страшно. Ты в любой момент заскочил машину и остановись. Ага, добеги до нее еще. До этой машины. Проблема, проблема. Так, здесь снова есть нож. Нож, он, конечно, вещь хорошая. Сможешь второй взять? Я. Здесь есть стекло. Для машины. Шустрю, как у тебя там на машине со стеклом? Шустрю, отошел, похоже. Макаров, хит-пак. Сейчас поднимайся тут пристрочку, которую мы с тобой приняли бой однажды. Ага. Теперь кадр внизу. Осторожно, когда поднимаешься на второй этаж, это место очень хорошо с горки просматривается. Поэтому там перебежками короткими. Я прискорбно извиняюсь за минутное отсутствие. Смотри, на горку там пуст. Так, Шустрел, у тебя как там на машине со стеклом? Нашел колесо. Стекло пробито в пух и в прах. Но стекло это не обязательно условие. Ну, просто мы тут нашли стекло. Хорошо. Я нашел колесо. Ну, блин, у него просто местное не хватит на все. А пакет? Алиспак? И вот я в него сейчас положил колесо. Чага, все знаешь. Подожди, у нас же колесо в этом. Ой, я нашел это от вертолета. Ну, полетим? Отлично, осталось вертолет найти. Да, чем мне его тратили, пока канистра есть. Беру канистру. Канистры у нас тоже, в принципе. Сколько у нас? Две штуки, по-моему? Три. Даже три. Зачем тебе канистры? Лучше стекло возьми и на шустрельную машину поставим. Мне, кстати, понравилось. Да, стекло было бы неплохо. Мне понравилось, как... Не, я не могу через ротор здесь пройти, он мешает. Ну-ка, и он вышел и стал смотреть. Он не понял, что по нему стреляли. Он думал, колесо просто так по дороге отвечает. Я нашел бензобак. Черт возьми такой. Короче, фил танк партии. Я нашел бензобак. Хорошо. Еще одно стекло. Неплохо так. Набираем потихоньку. Ну, нам, конечно, нужно... Все-таки нам нужен инжин парт, да? Стекло-то беру. Стекло, да, но бери, у нас у одной машины убитые стекла. Сейчас мы, короче, набираем этих запчастей и едем к тебе обратно. Чиним машину, пока ты нас прикрываешь. И потом на двух машинах едем куда-нибудь. Куда-нибудь на базу, да. Да, это будет уже следующая серия. Так, тут что-то есть, нет? Так, внизу зомбак, по-моему, там внизу ничего нет. А что у нас по времени, Джек? А, кто меня знал? По времени у нас 35 минут. Да не знаю, мы сейчас, наверное, это... 35 минут. Так, на третьем этаже что-то обычно бывает, да? Бывает. Конечно. Там на первом этаже есть такие туалеты, короче, пробоины, как для туалетов. Там очень много ничего портится. И четыре гаража по периметру тоже наши. Да, там тоже постоянно падает всякое. Мусор, топор. Что за фрукты? Самое главное, мы зачем приехали, того нет. Это очень плохо. Ну, в принципе, терпимо, потому что я стараюсь не ввязаться. Но, конечно, хотелось бы найти. Хотелось бы. Главное, что вторую машину нашли. Отгоним сейчас транспорт тогда на красных, а потом на шестерке поедем за инжин-парцами еще дополнительно. Ну, это уже будет в следующей серии. В сегодняшней серии я не думаю, что как-то нужно ограничить по времени. Мы вот в сегодняшней серии доведем до ума. То есть вот сейчас облутаем этот фактор этот, потом доедем до тебя. А потом уже, собственно, закончим серию. Следующий поедем на красной шахе. То есть начнем ее ремонтировать, поедем на красной шахе. Короче, вот такие дела. Попробуем сделать нам маленький лагерь. Зомби интеллект показывает. Подбежал, короче, к заборчику, через который мы с тобой обычно ходим, да? Прилег, переполз через него, встал, дальше пошел. Блин, я сначала вообще подумал, что человек. Прилег такой, полез под этот. Кушать хочется. Дэймот. Блин, зомби еду хотя бы какую-нибудь. У меня потому что красная еда, красная вода и красная кровь. Все значки краснее некуда. Джек, подходи уже оттуда. Я пытаюсь найти энджин. Да, энджин бы нам явно не помешал. Где он? Где он? Нет. Ты где находишься? Сейчас пойду в гаражик. Да, в гаражик, посмотри еще. В тот, в котором я тогда забежал. Мне кажется, когда по нам стреляли. Угу. Ну там, я думаю, внутри опять будет кто-нибудь из зомби. Что дверь закрыта, например. Если я открою, на меня выскочит, меня здесь прикончат, чтобы тащились. Да. Будет парень не сидит, у него там что-то... Ты, по-моему, себе бинтов не взял.
А у меня с собой есть бинтодим всего. У меня вообще с собой бинтов нет. Открываю дверь. И внутри опять стекло. Да, блин, что ж нам знать, за запчасти. Скрап метал. Скрап метал он не подойдет для... А, он для кузова, по-моему, да? Стекло, похоже, опять пошел. В любом случае, я его снял. Я просто стараюсь не мешать вам. Он исчез куда-то. Я его в рюкзак хотел положить, и он исчез. Он сколько чек занимал? Скрап метал? Да. Не помню, 4. Скрап метал он чинит. Я взял, по-моему. Кузов, хуже, по-моему, да? Да, хуже, стоим. Так, ну что мне еще два гаражика проверять, но там внутри зомби, мне придется их убить, это нет, не надо. Все, возвращайся. Сейчас главное, что мы вторую машину нашли. Отремонтируем ее и на ней уже поедем в следующей серии, возможно, найдем движок себе. Если тут не найдем, у нас еще есть около солнечного фактора. Но там, конечно, убья полно, могут начать палить. Да не переживай, если у меня есть ЦЗ, ну чейзер, и патроны, то он убьем, не помешает. Ну ладно. Максимум зомби могут помешать, не Иван. Ты стрелял? Да-да-да, дважды. Блин, хорошо слышно, значит, да? Может, все его слышит? Нет, просто очень тихо было слышно. Просто Артур матерый, слухач и бояч. Если с Джеком что-то случится, ты садишься и уезжаешь. Зомби придет, чтобы перелезть, а я его убил. Как я жесток. Бывает. А как же похоронить Джека Шепарда? Похоронить Джека Шепарда. Это уже заботится. Все, хайтбади, отлично. Но остальных я все сам оставил. Я думаю, я сейчас попью, наберу фляжку из воды на озерке и ухожу. Осторожней, ко мне не подходи, а то ты там залипнешь навеки. Я помню, помню. Я помню твой совет, мастер. Окей, подаван. Я думаю, в этой серии придется достаточно много мне вылезать от этого ожидания. То есть я тут сижу на месте. Или ускоришь. Или ускорю, да. Потому что, в принципе, диалоги интересные были, когда шестрил там машину нашел. Ну и чё, вот нет. Похоже, нет, Хира, да? Блин, рядом с источником воды. Я, блин, в источнике воды сижу. Мне там уже зомби начинают подползать. Давай сматывайся оттуда. Все, я набрал. Да блин, у меня тут, по идее, две газировки были, я тебе дал. Да что газировки-то тратить зря? Вот, ну, такая ценность прям. Ну, пацаны, две машины, газировка. Не, ну а что, мы ходили за водой в старый собор в палаточный лагерь за бинтами. Что тут какие-то патроны для станага? Иди нафиг, нам нужна вода. Мы заколебали уже своими ДМРами. Да, сколько можно? А там нет сама винтовка? Нет, есть куча патронов. Так, ты идешь, да? Да-да, я бегу, как псих к тебе. У меня полная беспак всяких вкусняшек. Так, ты сейчас... Так, я пока посмотрю, что у нас в машине, кстати говоря. Я там туда моя... все свое скинул, добро. Ой, моя любимая винтовка. Блин, а к ней не подойдет случаем ли Энфилд патроны? Уверен. У нее 7.62. М14 вряд ли подойдет Энфилд. 7.62, подожди, на АКМ у меня есть магазин, они того же калибра. Может, подойдут? Может. Ну, у меня так. Вообще кровь струится. Мне кажется, это плохо. Так, Ленфилд вообще, похоже, ни во что переработать нельзя. Так, подожди. Вижу нашу машину, бегу. У меня все спокойно. В Багдаде все спокойно. Так, ну-ка. Это ты? Да-да-да. Все. А что ты так тяжело стонешь? А почему из тебя кровь течет? У меня кровь идет. Но на самом деле она не идет, поэтому... А, ну ладно. А то я уже думал, блин, тебя сейчас надо будет перевязывать. Ну. Nope. У нас тут есть, в принципе, колесо одно? Гир. Все, я сейчас тут сюда все закину своего. Так. Канистра. Третья пусть будет. Fuel tank parts. Колесо. Стекло. Забираю свое. Свои патроны. У меня просто есть еще такое мнение, что парень не оставит просто так машину без колеса, а он уже с побережья, с топором каким-то бежит сюда. Вполне возможно. Может быть, да. Поэтому в темпе Вася, ребята. Я уже в машине, сейчас Джек Шепард соберется, и мы поедем сейчас обратно. Сейчас еды себе, блин, не то сделал. У тебя карта есть, Артур, или нет? Нет, она у Джека Шепарда. Так, мне нужно. Вообще мне бы не помешал. Джеку по дороге расскажу, куда вам ехать. Так, все, иду садиться. Get in. Так, ну сейчас. Amen. Блин, какая офигенная тачанка. Так, куда нам ехать? Значит, смотри, вы уже сели? Да. Гоните в сторону поляны, потом повернете в поляну и поедете на юг, в сторону, то есть побережья, там, где написано мотоцикл. Ну, мы сейчас между мотоциклом и дирстендом стоим. Угу, все правильно. Горка треугольника, малина. Где находится моя машина? Моя машина находится, видишь, Гуглова или Гуглова? Гуглова. No. Вот там, где Гуглова, идет такая дорожка зигзагами между Гугловой и Новым Собором. Видишь, дорога такая идет, такая проселочная. Между Гугловой и Новым Собором. Короче, да? Да, и вот я на этой дороге, примерно. Понятно, значит, сейчас отдушь. Да, правильно, ты едешь, потом поворачиваем налево. То есть в саму поляну, да, вниз туда? Да. Через нее проехать. Так, ну тогда я лучше через полянку проеду там, потому что такая дорога пересеченная. Ну,
нам нет, лучше не так проехать. Лучше вот справа, видишь, от нас дорожка. Ага. Вот давай по ней по маленькой проедем. Вот по этой. И объедем поляну как раз. Нет, нет, нет. Меня очень сильно парит тот факт, что я нахожусь... Вот видишь, к горке идет дорожка. Вот по ней давай пока. То есть вот это вот прямо, который по курсу? Да-да-да. Она сейчас налево завернет и там закончится. Ну давай, чисто. Так, тут много всякой ерунды. Блин, прикольно, на тачке так. Да, живенько. Как у вас бензо? Нормально, я вижу чупа-чупс. С бензом у нас 2/3 бака. И выезжай на шоссе и, короче, в центр города. И, или вон на ту дорожку. Нет, нам это не надо. Я говорю Джеку Шепарду, ой, что я избегаю центра. Ну, блин, нам по-другому никак пересечено. Не проехать. А он мне все равно туда же привел, только теперь круг еще сделали вокруг. Давай по прямой, сейчас направо будет надо. Направо? Да-да-да. Завил вот в это. А, это вы сейчас в Суховку едете? Нет, мы на поляне. Прямо. И вот сейчас на проселочную выйдем. Сейчас прямо пока, да? Да. Так вы решили, мы в поляне находимся. То есть вы не поедете на мантр? Мы из поляны выезжаем. Я понял. Так вы будете ехать по асфальту? Мы по проселочной поедем. Хорошо. То есть через леса там, да? Да-да-да. Мы к моторсайклам боимся. Я понял. Окей. Боимся. Только учтите, когда мы будем ехать, я уже придумал, куда мы спрячем тачку. А пока будем ехать лучше по шоссе, Джек, смотри, по что-то шоссе, потому что я по поселочной на шестерке не вытяну вообще никак. Да, она вообще просто... Кричит. Мы по-любому на шоссе Гугловское выйдем, хошь не хошь. Окей. А, ну да. Уже там, да, мы по нему поедем налево, в сторону Нового Собора. Тут одна... А вы можете не выходить на это шоссе, знаешь, как вы можете проехать? А я не совсем там, между в этой дорожке. Вам нужно будет поехать, вот видишь, Саховка, да, Джек? Налево, Артур. Шаховка, вижу. Шаховка. Вот вы едете на юг, там пас Орешка, и вы выходите на шоссе. Проезжайте чуть на шоссе, и потом опять юг идет. Юг, сельская дорога. Чуть-чуть совсем по шоссе проезжайте из Сахов. Да, там и шоссе... оно идет к Курне. Да, да. Там вот, еще сюда приедем. Отлично. Курня, что за Курня? Я не вижу. Кумурна, прям под Гуглова. Как? Кумурна. Я ни разу в ней не был. И я ни разу не видел. Даже серенько, а, вижу, да, серенькая. Да. И вот по этой дороге вот так вот до упора едете, и там буду я. Это какая-то похожая деревня Призрак, да? Слева отсюда же наверх такая серпантинная дорога. Как он вообще это название увидел? Не могу понять. Так, секундочку. Небольшая заминочка. Так, слева от меня. Так, прямо так, потом налево. Задача сегодня найти машину. Отлично, нашли две. Нашли две. Дайте две. Джек Шепард, когда нету этих развилок никаких, не говори мне, что сейчас налево, потому что я тупо по дороге еду, я с ней не съеду. А вот если какая-то развилка уже началась, так говори, тут направо. Развилка. Ты говоришь, сейчас направо повернешь, там одна дорога направо. Ну, окей. Так, сейчас налево, да? Да. Офигенная тачанка, блин, я ее обожаю. Ей бы еще сзади пулемет. И еще стрелу туда поставить. Ага. Какой печенек. Да лучше не пулемет, а пулемет такой со всех сторон броней отделан. Может тебе еще туда снайперку поставить, чтобы ты мог 60 градусов поворачиваться и сноситься в мозгу. И мортиру, чтобы если что, мог сесть за мортиру и убить артиллерийским огнем. Как-то так. Не этот лучше поставить на свой утес. Гранатомет. Как есть же в армию, ну то есть в редакторе там можно же выбирать камеры вот со всякими этими гранатометами. Вот это была бы вообще машина просто сказка. Блин, мы в принципе можем, знаешь, сейчас перед Шаховкой наверх постричь шестрел, две проселочные дороги, крестик сходятся, да? Перед Шаховкой две проселочные дороги сходятся, да, вижу. Вот сейчас даже... Вы можете дальше проехать? Мы можем проехать налево сейчас, и вниз с Гуглова, и к твоей этой. Да, прямо направо. Можете так. К этому с Гуглова проехать, да? Так, лево, право, прямо. Направо. Мы приехали. Да, мы тут были уже точно. Чё-то я очкую около старого собора.
Около старого собора я всегда очкую. Нет, так у меня там еще сидишь. Ну понятно, ты еще и с машиной. О, какая машина, она просто тупо прет в гору. Ей плевать. Гора, я не слышал. Может, объедем? В гору, пацаны, в гору. Я уверен, что возьму ее. Блин, вот после этого как-то в батлу вообще неохота играть. Мне раньше батла после Call of Duty казалась такой достаточно реалистичной игрой. А сейчас играешь вот после армы, батлу это такое натурально. Battlefield. Метраж эпичности просто зашкаливает. Ага. Шутан такой средний, да. Но все равно, мне кажется, вот на данный момент чисто в мультиплеере лучше батлы ничего нет. Ну да. Самый лучший стой боевик пока. Modern Warfare уже 3 года одно и то же. Ты чё, колдой бежаешь? Капец, предвижу срачек в твоих комментариях. Не, все знают мое отношение к Call. И к Warface тоже знают. А я тупо считаю колду тупым мясом. Но в которое каждый год играешь все равно. Да, в которой каждый год я определенное количество времени с удовольствием поигрываю. Это как фильмы про этого, про трансформеров Майкла Бэя. Настолько тупорыло, что даже хорошо. Сделать его чуть-чуть умнее, будет уже перегиб, да? Да. Там не нужны эти постные рожи пафосные. Там чисто этот... О, я там киборг на 200 метров в высоту. Вам хана. Вау. Жик-жик-жик-жик-жик, 20 метров собирается. Да, и спецэффекты там пол кинотеатра взрывается просто. Что у нас справа на горе стоит? Блин, ладно. Это же Google, по-моему? Да-да-да. Я без карты лучше тебя ориентируюсь. Ну просто я сказал, что я еще с парня взял алисман, кровь, мясо, там, бомба. Мясо! Мясо! Я хочу мясо! Хорошо. Молодца. Ты вообще удачно сегодня серию начал. Это мы в Зеленогорске. На дорогу просила уже слева. Которую дали ход. Вот это? Да, направо. Если бы вы не заметили парня на шестерке, то как бы... И шестерки... Но... Мы дали тебе все. Если бы ты не заметил парня на оффроуде, то мы бы не заметили парня на шестерке. Да логично. Так, все, мы к Умурне подъехали. Подъехали, езжайте. Подожди, сейчас, я найду где это опять. От Кумурны. Ага, понял, езжайте дальше в сторону Севора. Да, давай теперь, Артур, направо. Хорошо, мы опять проезжаем мимо сгоревшей церкви. Находится машина, знаешь где? Вот видишь новый собор, Джек? Смотрю. Из него желтая дорога шоссе идет на юг. Но. Да. Вот оно на этом шоссе буквально в 8 квадратах или в 10, или где-то так, от нового собора. Но она, короче, перед двумя дорогами, которые одна налево направо идет, или ниже? Нет, она ниже, чуть ниже. Три квадрата ниже. Понятно, тогда мы туда как раз из вот второй это, дороги, которая идет тут зигзагушком таким. Только это Артур это направляет, он уже по другому лесу поедет. Нет, он тут одна дорога. Некуда сейчас налево будет поворот. Что, Артура не знаешь? Да не, он нас пока вообще вывозит. Вывозит, ты понимаешь? Вывозит нашу команду. Я вообще теперь водила ваш, да? Да. Как, Джек, хорошо, когда тебя водят как начальника? Да. Куда ехать, скотина? Он только пальчиком. Только пальчиком показывает. Тут такая дорога, и дождь пойдет, и это все развезет, я представляю. По колее едем, не свернешь. Нам долго еще ехать, нет? Что-то я тут вообще лично, 45. Дорога слева внизу у нас, нам надо на нее выехать, типа. То есть там за ней еще будет вообще нормальная дорога. О, кстати, крепость отсюда слева наверху. Смотри, не смотри туда никогда. Боже. Ну ладно. Блин, внутри машины так тихо. Когда из кабины. Прикольно. И ведь заморачивались. Так, нам сейчас куда? Налево вниз. Ой, подожди, я не вижу из кабины. Просто заморочились и сделали даже вот в таких вот машинах левых. Давай налево. Спидометр, все дела, и все работает. Офигенно. И потом перед мостом на горку наверх. О, я вижу вас. Ребята, езжайте по шоссе, отлично. Мы по мосту сейчас будем ехать, да? Я видел, там прошмыгнуло белое.
Давай наверх направо. Так, мне по мосту или направо? Направо, наверх, на гору, он на шоссе, потому что стоит. А шоссе прямо над нами. Подождите, это... Деревянный мостик. Это что было? Почему был звук удара? Давай, родная. Я испугался, что мы сейчас взорвемся. Правильно, бойся и больше не врезайся. Мы почти... Да я не врезался, я в метре был от этого мостика. Видишь нас? Нет, я вроде как видел вас. Выехали на дорогу. Уезжайте дальше в сторону Нового Собора. В сторону Нового Собора, а потом направо. То есть в противоположную сторону. Меня уже, походу, глючит. Это безумие. Мне, я говорю вам, я вроде видел белую субмаринку там. Мы едем по дороге. К тому месту, которое ты нам показывал. Слева от нас здоровое поле. Окей. А, мы сейчас уже побежали. По дороге едем, да. О, как она тащит, 90 быстрее. У меня, правда, все немножко, она как бы, знаешь, все время. Ну, я понимаю, да. Но я у тебя посмотрю, это, наверное, классно. Да, это прям... Все, мы видим тебя и твою машину. О, отлично, отлично, я даже пропустил вас. Блин, она настолько больше, чем твоя. Ну, давайте, прикручивайте колесо тогда и поехали. Давайте. Так, нет, чинить машину мы будем в следующей части. Давай. Сейчас Джек Шрэу, блин, шустрил, ты у нас на горе где-то, да? Я уже бегу к вам во весь рост, ребятки. Давай. Артур, давай отгоним пока нашу машину. А, нет, надо из нее достать. Не-не-не. Блин, стекло. У него стекло разбито, я же говорю. Так, все, я тут, можно заканчивать. Давай. Да, все. Давайте, сейчас я, наверное, я вот это вот, то, что я там в лесу пас, я, наверное, вырежу или промотаю как-то побыстрее, ускорю, да. Серия, как видите, достаточно результативная. Ну, колесо, конечно, у машины вообще почти просто час вы смотрели. Тихо. Че? Не, послышалось, что машина едет. Я ж слухач. Короче, этот, в следующей серии мы начнем чинить машину. Да, собственно, поедем, поищем движок для вот этой машины. А сейчас пока прекращаем. Попрощайтесь, бойцы. Всем пока. Всем пока. Надеюсь, вам понравилось. Увидимся завтра. Пока.